собраться и слаженно работать. От того, как мы отработаем это взаимодействие, будет зависеть порой жизни человеческие, здоровье людей, спасение материально-технических ценностей и так далее. Поэтому я желаю всем успеха. Я надеюсь, что... Техника была задействована, и, так скажем, добровольцы, у нас добровольные дружины уже организованы в целом ряде населенных пунктов. Это усиливает в целом наши возможности, и, как показало вот сегодняшнее учение, достаточно быстро, оперативно мы имеем возможность, силы и средства для того, чтобы локализовать, главное, в этих тушении пожаров, чтобы не дать разрастись пожарам, чтобы на большие площади. Сегодня было показано, в течение буквально там 10-15 минут такие пожары можно локализовать. И вот это говорит о том, что есть слаженная работа, есть силы, определенные средства, есть взаимодействие. Поэтому в этом направлении мы, безусловно, будем продолжать работу. Результаты достаточно хорошие. Наша система вполне боеспособна и готова к любым условиям, вот, которые те ситуации внештатные, которые могут возникать в связи с различными, скажем, природными событиями, катаклизмами и так далее. Поэтому я надеюсь, что вот такая слаженная работа всех служб, федеральных, региональных, местных властей, она даст нам хорошие результаты, и мы обеспечим безопасность и граждан, и сохранение материально-технических ценностей на территории нашей Еврейской автономной области.